Почему от третьего лица, я не понял. За бред. Нужно было случайно запустить от третьего лица. Чё, дебил. Ой, сколько прикол. Музычку вырублю. Пока что как. Блин, это во-первых даст, но во-вторых, я почему-то вырубил от третьего лица. Честно, хочу ливнуть. Ливает, кстати, только на басике. На нубике. Туповые пацаны, они как бы до конца. Гой, искать людей или как? Или ты хочешь еще полутаться? Давай, берем тачку, да поехали всех сшибать. Нас двое, так, и ливнем сейчас побыли. Давай, давай. Я же вижу машину. Главное здесь не задержаться. Ты что, лучше ездишь или стреляешь? Я хорошо езжу. Но могу и стрелять. Но я стреляю, блин, меня адекватно, а езди очень плохо. Я за рулем, я понял. Вот первый фраг уже слышу, он там шмаляет, падает. Машина не рабочая оказалась. Херсно, кстати, ни разу не видел, чтобы кто-то этим велосипед использовал. Серьезно, ни разу не видел, чтобы на них кто-то катал. Слышишь, да, выстрел там? Прям. Да, ну да, слышал. Пока что есть хули, колес все равно нет, ботов порубить. Вот он уже очень близко где-то. Ладно. Сейчас эта штука попробую что-то сделать. Почему у меня на ней лазер есть? Типа изначально лазер. Где, где? Кто? Ну, где люди? Где ты всех убил уже? Вот этот, на четвереньках ползает. За деревом. Ага, добивай его пока. Еще люди будут? Или как? Все, короче, скучно стало на машине.